один дом не обойдется без нежности, мягкости и теплоты пледов. И мы представляем вашему вниманию не один плед, а три модификации на выбор. Ух ты! Да еще по какой цене! Представляете, от 999 рублей размеры есть на выбор. Но кроме того, у нас обычно есть от полутораспальный, двуспальный и евро. Здесь нет ничего необычного. Но сегодня мы предлагаем вам цвета. Цвета на выбор. Их у нас три. Это даже не цвета, а действительно модификация новая. Да, у нас три модификации. Я хочу отметить, что каждую модификацию я подобрала к нашему тюлю нежность. Вот, я создавала единой композиции. Да, итак, давайте обратим внимание на нашу кровать. На ней мы видим модификация зеленый цвет. А к данной модификации я рекомендую приобретать белый либо кремовый тюль нежность. Также у нас есть фиолетовый цвет, которому я рекомендую приобретать фиолетовый тюль нежность. Ну и, конечно же, у нас есть еще один цвет, его увидите на диване. Это у нас розовый, модификация розовый, и к нему я рекомендую приобретать кремовый тюль. Ох ты, вот он, яркий цвет для страстных женщин, которые обожают цветы, любят окружать себя ими в интерьере. Смотрите, обратите внимание, здесь не только яркие красные, но и нежные розовые оттенки. Здесь есть молочные оттенки, здесь немного присутствует легких коричневых цветов и тонов. Но, ты знаешь, мне нравится вот этот, который у нас в спальне. Мне нравится то, что он такой контрастный, такой яркий. И неожиданное сочетание зеленого и розового мне поднимает настроение. Сразу. Да, я с тобой согласна. У нас, знаешь, здесь такие собраны цвета гармонии, романтики и любви, конечно же, страсти. Но лиловые оттенки – это такой эффектный штрих в вашем интерьере. Обратите внимание, что лиловые оттенки, они сочетаются с любыми цветами, но и вот и ваша гармония. Ну, вы знаете, гармония у вас будет в любом случае. Вы получите и гармонию, и нежность, и мягкость, и теплоту. Ведь это у нас уникальный. Уникальные пледы. Это пледы из Wellsoft. Слушай, Катя, знаешь, я уже работая, приходя в гости к тебе в рубрику «Дом», видела много пледов из Wellsoft в том числе, но это нечто особенное. Дорогие друзья, я вот вас уверяю, этот плед отличается от остальных. Мне такое ощущение, что я глажу какой-то мех натуральный, самый-самый мягкий, который только бывает в мире. Ты знаешь, я хочу подметить, что данный плед, он действительно еще мягче, чем стриженная норка. Это действительно так, потому что данный плед, он имеет, во-первых, очень плотную фактуру, очень густой, набитый ворс. Также очень важный нюанс – это специальная пропитка, которой был обработан плед для того, чтобы он не электролизовался, это пропитка антистатика. И плюс еще плед прошел специальную стадию мерсилизации, за счет чего он получил еще больше блеска. И посмотрите, вот она, густота ворса, про которую я вам говорила. Очень густой, набитый, такой пушистый и мягкий, имеющий такой, ну это даже не велюровая основа, это мягче, ну в тысячи раз. Прикоснитесь к этой мягкости. Но еще вас хочу порадовать, что это самая прочная нежность в мире. А вот это уже интересно. Такая нежность. 999 рублей. Три цвета, три разные модификации на выбор. Обратите внимание, действительно, вы знаете, хочется прикасаться к этому пледу снова и снова. Хочется его гладить, хочется в него укутаться, потому что сразу чувствуешь уют и нежность. Я не знаю такого меха. Я никогда не трогала ничего более мягкого. И я трудно вообще себе представляю, конечно, что эта мягкость, она может быть еще и прочной, что она может служить нам долго. Давайте прямо сейчас в этом разбираться. И, конечно, мы будем экспериментировать вместе с нашим экспертом Екатериной Архипенко. Кать, я вот даже затрудняюсь представить, что ты сейчас нам предложишь. Я думаю, что все затрудняются представить. Ну, итак, вы видите, что мой чай не кипит. Wellsoft – это действительно уникальный материал. Это самая нежная прочность в мире. Прочность, которая останется с вами на года, на долгие года. Краситель не полиняет даже после многочисленных стирок. Плед останется таким же нежным, таким же пушистым, таким же мягким, который выдерживает, внимание, минимум
100 градусов. Температура 100 градусов, кипящий чайник. И с пледом абсолютно ничего не произойдет. То есть ты сейчас залила плед кипящей водой? Абсолютно верно. Я залила плед кипящей водой. И он у меня даже не полинял. Посмотрите, сейчас я уберу плед. Вот вы видите, да, с него вода стекает. Итак, я плед убираю. Я поднимаю миску с идеально чистой и белой водой. Плед, вы видели плед, который выдерживает 100 градусов? Я думаю, что нет. А вот теперь посмотрите. Посмотрите на плед, который выдержал температуру 100 градусов. Вот, он лежит на нашей кровати. Это качество на года. Минимум 5 лет он будет радовать вас верой и правдой. Представляете, 100 градусов. Это такие яркие оттенки. У нас не только я в шоке здесь, у нас вся наша съемочная площадка в шоке просто. Действительно, посмотрите на эти яркие оттенки. 100 градусов, кипящая вода. Ну что может выдержать такое? Обычно у нас режим стирки нужно соблюдать. Обычно нужно 30-40 градусов максимум. А этот плед выдержал 100 градусов кипящей воды. И не потерял своего цвета и не отдал даже, ну, не полтона этой воде. 999 рублей. Подарите себе самое высокое качество и самую нежную прочность на земле. Да, Арина, давай сейчас мы посмотрим на наш плед. Вот, пожалуйста, видите, мокрый край. Да, я проводила эксперимент, вы его видели. И краски не потекли, что очень важно. То есть вы видели, как чистую воду. И вот, пожалуйста, сейчас я, чтобы вы убедились, вот она, вода. Вот, видите, капает, капает. Я действительно провела этот эксперимент. Но краситель остался в идеальном состоянии. Он не потек, не полинял, потому что это действительно уникальное качество, созданное японцами. Это уникальное волокно Wellsoft. У нас три модификации на выбор. Зеленый. Давайте посмотрим еще варианты, какие же у нас есть. Все прям поражены, вся наша команда поражена экспериментом. Здорово, не могут оторваться, да, от этого уголка, чтобы что-то там увидеть. Ничего не увидите, все прекрасно. Красная модификация. Еще так. И также у нас лиловые оттенки. Давайте насладимся еще лиловым цветом. Лиловый цвет. Но как эксперт, я хочу продолжить дальше говорить про Wellsoft, потому что времени у нас мало, информация очень важная. Я говорила о том, что он у нас обработан специальной пропиткой. Пропитка, которая называется антистатика. Так, для чего она? Она не тестируется даже со временем. Плед не накапливает вредное статическое электричество. Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Также очень важный момент, что Wellsoft, он гипоаллергенен. Я смело рекомендую его даже самым маленьким детям и людям, страдающих аллергией. Завтра еду поздравлять нашу коллегу с рождением ребенка. Вот, и в подарок я приобрету ей плед «Цветочная романтика». И возьму, я думаю, что лиловые цвета. Рекомендую смело пледы для детей с самого рождения.